Глава МОРБ улетел в Китай. Стало известно, что министр обороны РБ Виктор Хренин улетел в Китай, где проведет переговоры с чиновниками ЦК и военного совета КНР. Также сообщается, что Хренин посетит местные воинские части и поучаствует в Сяньшанском форуме по безопасности. Напомним, что в августе в Минск прилетал министр обороны Китая Ли Шанфу, а на днях же стало известно, что Шанфу снят с должности главы МО КНР.